день и ночь, не зная сна, я брожу по свету, где моей души весна. Отзовись скорей сама, Марья, где ты, где ты? Ненаглядную красу в битве не робея, от Кощея я спасу, от Кощея я спасу, погублю злодея. Из рода в род, из века в век, таков обычай наш. Идет на помощь человек, прекрасный алтынжаш. За красоту казахских дев, за святость очага, ответит мне зловредный дев, я раздавлю врага. От Кощея я спасу, погублю злодея. Эй, ты что? Сам ты что? Слепой совсем? Зачем слепой? Хорошо вижу. Да я тебя... А ну попробуй. Стой! Некогда мне сейчас. Вот побью Кощея, тогда и с тобой поговорить можно. Ладно, у меня тоже тело есть. До встречи на этом месте! До скорой встречи! А если только захочу, то очень быстро раскручу планету нашу в сторону другую. Ведь я неутомимый смерч, мне не страшны стрела и меч. Ну, раз ты гость, то гостю помогу я. Вот так-то лучше. Возьми и не балуй. Покажи лучше дорогу к моей невесте. Слушаю и повинуюсь. Ух, красивая она у тебя. Пошли, покажу. Не отставай! Эй, есть тут кто? Есть кто, говорю? Отдыхать будем. О, уважаемая, подходи, гостем будешь. Кто? Я? Конечно, ты, кто же еще? Что едим? Баурсаки. Вкусно, да. А это? Козы. Фу, а сам-то ты кто будешь? Батыр. Богатырь, значит. Ух, тут я чую, не русским духом пахнет. А в наши края зачем? Да вот ищу по свету невесту свою. Где-то злодей ее прячет. О, знаю, знаю. Открою я тайну смерти злодея твоего. Найду я сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, а утке яйцо, а в яйце перла. Это и есть смерть его. Зачем игла? Кинжал есть. Ну, тогда клубочек возьми, он тебе дорогу укажет. Спасибо, достойная Перри. Перри, и ты кто ж по-нашему ты будешь, а? Дальше иди один. Вот за твой горой твоя красавица. А это Дэв ее охраняет. Ух ты! Да ты его не бойся, он большой, только пока его боятся. А где же
Кощей? Не знаю. Вот только этот у нас. Но мне пора. Прощай. Спасибо! Эй ты, бурдюк! Вставай! Кто здесь? Ты только его не бойся. Я здесь. Выходи на бой. О, хорошо. Молодец. Танцуй, танцуй. Хорошо, молодец. Танцуй, танцуй. Раз, два, три, четыре. Еще, еще, веселей! Давай, давай, давай! Правильно! Ты что, испугался? Нет, здесь прохладнее! Ах, нет! Ай, страшно! Ой, боюсь! Наконец-то! Иван! Ай, Иван! Не бойся меня! Боюсь, боюсь! Вот так и сиди там, бурдюк! Здравствуй, спаситель мой долгожданный! Постой! Постой! Ты кто такая? Алтыншаш. А где же Мария краса? А разве я не краса? Ну и дела. Пошли скорее. Пошли? А куда? Марию спасать. От Кощея Бессмертного. Ну и Юрта. Алтыншаш, ты здесь? Кто там? Не слышу! Домой поехали! Что? Поехали домой, говорю! Как бы не так! Сюда иди! Да отстань ты, шайтан проклятый! Я Кощей Бессмертный! Подожди, Алтыншаш! Бессмертный, говоришь? Вот и все. Эй, Батыр, а как же я? Так ты ведь бессмертный. Живи спокойно. Салям алейкум, Батыр. Привет, Иван. Я победил Дева. А я Кощея победил. И Марию спас. Ну, Марюшка, прощай. Ты зачем меня спасал? Он победил Кощея. Молчи, женщина. Мужской разговор. А ты что молчишь? Так ведь... Знай, что разлучившись с тобой, и дня не проживет твоя алтыншаш. Да ты что? А ну-ка отдай! Все мое, твое. Возьми, повелитель. У меня еще есть. Будьте счастливы! Поехали мы, господин мой.